сначала первые недели все сравнивали. Все приходили, слушай, они же одинаковые. Я говорю, да не, не совсем одинаковые. Да нет, ну как, ну одинаковые, ну посмотри, там, приглядись. Я говорю, ну как приглядись. С Таней прокатался, сколько времени сейчас вот с Олей общаюсь. Нет, они разные. Малыш, а где руки-то у тебя? Вот. Селка. Ну, это очень... Ну, как будто хочешь по-японски. Че, вцепилась? Я жду, пока ты отпустишься. А я отпущу. Конечно, будет обсуждение, кто лучше, но я считаю, что здесь нельзя сравнивать. Потому что, во-первых, все-таки у Тани было немножко больше времени на подготовку. У Оли такая экстремальная ситуация. Но мы поблажек не принимаем. Точнее, я не принимаю. Я с удовольствием принимаю от Оли поблажек, потому что, мне кажется, я устаю больше, чем Оля. Но Оля меня держит в ежовых рукавицах, не дает вообще. Шаг вправо, шаг влево считается побегом. Конвой стреляет без предупреждения. Вот так. Вот. Руку не поднимай. Оставь руки. Садись. Смелее, смелее, ну смелее, Оленька. Вот ты... Вот этого не делай, блин. Что опять такое, Оль? Бывают, безусловно, такие моменты какой-то или слабости, или эмоции, когда вот они вот здесь вот встанут, и ты их вроде глотаешь, 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 потом наступает какой-то момент, когда их нужно сбросить. Выплюнуть. Все равно это как бы проверка самого себя, насколько я могу... Даже в такой сложной ситуации, что же я могу сделать? Насколько меня хватит? Не испугаюсь ли я? Не упаду ли я? А если упаду, ну, значит, я встану и пойду дальше. Напоследок, хочется сказать, вот мы катаем номер под песню Сосо Павлиашвили «Радовать». Там есть такие слова «Хочу тебя сегодня радовать». Я считаю, что вот у мужчин такая обязанность радовать не сегодня, а каждый день. Я пожелаю мужикам нашим этого, чтобы вот вы своих женщин радовали, доставляли им удовольствие каждый день. Тогда вы сами будете счастливы. Главная дебютантка глобального потепления Ольга Арнгольц заменила сестру в паре с Максимом Стависким. А танцевать будут под песню «Радовать» Сосо Павлиашвили. Спасибо Максиму за напоминание, уважаемые мужчины. Наша главная задача – радовать наших любимых.
И не только в день, праздник весны и любви 8 марта, а каждый день. Это сложная задача, но, наверное, вот Максим подсказал, что этого можно всю жизнь добиваться и добиться. Добиться любви. Прекрасная Ольга. Конечно, нет той уверенности, которые были у сестры, у Татьяны. И тем не менее, замечательно удавшаяся миниатюра на льду. Миниатюра у любви. Я думаю, что тренер, который готовил